Pixel 10 Pro только сегодня по уникальной цене. Я бы сам себе его забрал, одну разбил. Я вторую разбил, третья. А, не то, что я хочу. И всего лишь за это уникальное чудо $999. Ну. Ты по сторонам не смотришь? Ой, нога! Мама! Тише, тише, пожалуйста, только маму не зови, а то он меня не отпустит на ночевку у девчонков. А там туса будет, парни с нашей школы. Вообще пофиг. Мама! Тише, ладно, вот. Купишь себе шкаф, только замолкни, пожалуйста. Да не нужна мне шоколад. Купи! Он твой! Точно! Да, ты ногой ударился головой, походу. Почему у тебя уже рука в гипсе? Ты просто будешь сдавать, тебе в скорую позвонишь. А, мама! Тише, только маму не зови. Да я гони деньги на лечение. Вот, только маме не говори. Скажи маме, что в этом виновата ты. А лучше я сама скажу. Мама! Тише, на! И вот это еще. Только маме, пожалуйста, не говори. Хорошо, оставь меня тут, я полежу. Ребята, у нас прекрасная новость! Помните нашего кролика живого уголка? Теперь он вернулся к своей семье! Вот! И все благодаря этому нашему ученику! Давайте себе похлопаем, ребята! Который так щедро пожертвовал все свои деньги! И кто этот чокнутый? Давайте похлопаем всем Сёше Макаровой! За то, что ты все свои деньги для такого доброго дела отдала. Чего? Все твои деньги. А-а-а! Она вернет клейку, что за ковер мои деньги. Верни мои деньги. Походу кролик потерял тебе опять. А ну отвали от моей сестрышки! Все, домой пойдем! Нет! Давай! Тебе еще чего, сопляк? Хочу тебя познакомить с моей сестрой! Ты агрессивнее, кого ты лицо на сломай! Эй, мои роллы! Жаль.
Мальчики, в школу пора! Помоги! Ксюш, помоги сестре встать! Давай, Катине, дрова везешь! Бревно! Ну вот, я ему рассказываю то, что как бы, ну зачем туда идти, если мы там уже были? Да, прикинь, знаешь, что он? А он такой... Хе-хе-хе, не хотите сыграть в лотерею? Вы сможете выиграть наш суперприз, коммутатор аниматроника. Вау! Я вас покупаю эти коммутаторы. Нет, они не продаются. Вы должны выиграть их в лотерее. А, я все поняла. Нужно просто больше. Ничего себе! Слушайте, девчонки, берите билетик. Не могу я вам продать их. С вами камера следят. Хорошо, у меня один билетик. А тогда мне все билеты. Точно шансы есть. Ладно. Гастон! Так, госпожа Лиза. Итак, лотерея началась. Выигрывает тот, у кого закрывается число по горизонтали или вертикали. Все понятно? Ага, Гастон, ты с этой стороны проверяешь, а я вот с этой. Двадцать один. Сорок четыре. 50. И 74. Что, выиграла? Да, я выиграла! Бинго! О, у нас первый выигрыш! Поздравляю! У меня вон сколько билетов, а у тебя один, и ты выиграла? Выиграл! Я выиграл! Он мой! Вот, держите! А где аниматроники к часам? А вот они! Дома их активируйте! Инструкция прилагается! Это что, витринный образец? Вау, я тоже так хочу. О, мне целых три аниматроника. Аниматроники. Привет, Ваня. Приготовь завтрак, я хочу бургер. Команда принята. Нужно мясо для мясной котлеты. Вот то, что нужно. Тогда из чего? Во, из него сделать. Нет, нельзя, это все, у нас пугает питомец. Все, я нашла, из чего приготовить котлету. Ваня, стоп! Вот, это Ваня.
фарш, из него готовят мясные котлеты. Ну это скучно, но я сделаю хорошо. Какой-то у тебя дефектный аниматроник. Вот смотри. Привет, Чика. Сделай мне завтрак, я хочу бургер. Команда принята, готовлю бургер. О, мусорка. Ты что творишь, это же мусор. Да, настоящая вкуснятина. Чика любит мусор. Сейчас я тебе сделаю самый вкусный бургер. Готово! Сама вот так и съела! Это что такое? Булочка из остатков бумаги, котлета из бутылки, огурчики – это крышки. И еще сюрприз! Картошка фри! Сделала ее из трубочек. Я это есть не буду. Жаль! Но не пропадай же добру! Сама съем! Мы же в школу опаздываем! Не переживайте, мы успеем. Запрыгивайте. Ваня, нам тоже надо быстро в школу. Прыгай! Вперед! Ага! Чего? А как же лететь? А я не умею. Кролики не летают. Курицы тоже. Все, мы прошли в школу. Супер! 3 часа до школы, я еще в жизни не добиралась. Я опоздала, у нас контроль по математике была, а ты опоздала, тебе 2 поставила. Привет, Ваня, ты должна помочь мне исправить двойку. Поняла, я сейчас. Школа с животными нельзя! Исправишь двойку? Забыла. Эй, я буду жаловаться! Кому там жаловаться, когда на тебя зайцы нападают? Ветеринару! Я буду жаловаться ветеринару! Вы не поняли, видимо, вопрос. Ням-ням-ням-ням, вкусняшка, дай. Хорошо, дай. Хорошо, я поставлю 5. Дай, дай. Задача выполнена. Так нельзя делать, ты чего? Отпусти ее. Ваша команда выполнена. Ням-ням-ням-ням-ням. Фу, невкусная. В смысле невкусная? Хам! А ну иди сюда! Ай, возьми твои шкафчики! Ты жива, она это не для этого, для аниматроников.
поняла. Вот, заберите, они бракованные. Не, мы обратно не принимаем. Чё это, возмутительно, позовите старшего. Минутку. Привет, я старший менеджер. О, приветик, у нас тут одна проблемка. Стой, ты чё не видишь, это тоже чебупель. Чё это за прикол, ну-ка заберите свои коммутаторы. Извините, но мы не принимаем. Я исчезаю. Чё, совсем, я вас вижу. Ладно, Лиза, пошли. Офигеть, он исчез. Он же реально исчез. У меня аж голова заболела. Как такое возможно? Ты видела? Ну вот мы их отправили в естественную среду обитания. Вы теперь свободны! Ксюш, а ты уверена, что мы правильно сделали? Ну это же зайцы и курица. Да. Вот, теперь они в лесу и свободны. Смотри, какие счастливые. Пошли домой. Пошли. Хорошо, у меня один билетик. А это лист, забери. Ну ладно. Держи. Кинь. Я уж не пугала, да? Давай еще раз. Вадя, белая это сила. Офигеть, он же реально исчез. У меня аж голова заболела. Как такое возможно? Вижу. Чтобы храбрый всю не рисеть.